Вид борьбы, вид спорта еще добавим. Хорошо. Какой? Самбо. Да, действительно, нет, молодец. Танец — это самбо. Эти ребята узнают сегодня не только о том, чем отличается танец от борьбы. В день самбо титулованные спортсмены и тренеры показали и рассказали школьникам о всех преимуществах этого вида единоборства, который признан национальным. Кто-то впервые в жизни увидел яркий ковер с нарисованными кругами. А вот для шестиклассника Жени сегодняшний урок самбо – отличный повод продемонстрировать свои умения. Евгений уже занимается в спортивной секции. И показательные броски ему сегодня позволено выполнить в паре с чемпионкой и просто красавицей Диной Ворониной, неоднократным призером первенства мира и Европы. По словам самого юного спортсмена, борьбой он увлекся не так давно. Решил пойти по стопам старшего брата. Дедушка тоже спортом занимается, брат и я. Еще и младший пойдет. Самбо – это самый лучший вид спорта, как по мне. Случай с Женей показательный. Занять призовое место парню удалось всего лишь после 3 месяцев тренировок. Действительно, об универсальности самбо известно давно. На вопрос, со скольки лет можно начать заниматься этим видом спорта, чтобы достичь результатов, специалисты хором отвечают – в любом. Кого-то приводят в 12, кто-то начинает в 5 лет. Между тем, тренеры считают, что знания приемов самозащиты необходимы каждому. Самбо учит и мальчиков, и девочек, как себя вести в экстремальных ситуациях. Директор школы, где учится Женя, не скрывая эмоций, признается, что для нее самбо – особый вид спорта. Это здоровые амбиции и самодисциплина, которой так не хватает нынешним школьникам. У меня сын занимается самбо. Он занимался с 4 лет профессионально, поэтому все, что связано с атрибутикой, с коврами, с самбовками, с одеждой – нам это все знакомо. Я не просто рекомендую, я настойчиво рекомендую, чтобы родители не боялись и с удовольствием приводили детей и в спортивные школы, и к нам во внеурочную деятельность, и всячески поддерживали нас в этом начинании. Напомним, Краснодарский край в числе первых наряду с Приморским краем и Карелией включился в эксперимент по внедрению самбо в школах. И пускай ребята пока не владеют приемами, но по версии разработчиков программы, дети должны знать историю самбо и гордиться ею. Ведь она во многом перекликается с историей России. Власта Царева, Михаил Григорьев, Анапа регион.